Ты в 18 лет сидел в тюрьме за кражу. Ты откуда же? На нем делал бабки. Я целостить не буду, понял? Ты тебе дают право. Не надо меня толкать. Руку бери. Толкать не руку надо бери, меня. Бери. Толкать не надо меня, понял? Это самая современная, самая настоящая аппаратура, полиграф, детектор лжи современного поколения, которую обмануть невозможно. Смотри сюда. Толкать не надо меня. Толкать не надо меня, понял? Я тебя не толкал. Что ты улыбаешься? Ты хочешь со мной подраться? Да, я смотри. Отойди. Смотри, я не жданчиками бить, вот это все не собирай. Поем, отойдем. Успокойся. Вот так не надо. Я говорил, все расходы по поводу съемок беру я на себя. Все подготавливаю. Но есть такие люди, ну такой человек, который приходит на все готовое. Приходит, кушает. Ну, я говорю конкретно про этого человека. Ахмед, может быть, ты... Первый раз хоть в жизни там закроешь, да? На мой канал, если будет сниматься, все закрываю. Когда на мой канал ролик снимается, я все закрываю. На твой канал, будь добр, сам оплачивай. Он знаете, что делал? Он приходит, берет долю хайпа. И кстати, это что такое? Это твое? Это твое? Нет, вот мое. Литерин. Базара нет. Это кто-то купил? Это кто купил? Я не знаю. Это что такое? Это вообще не мои вещи. Я обращаюсь к фанатам в Engelbeek, самому Ахмеду, да, в том числе, который говорит о том, что... Что? Я здесь. Да, который твердит якобы о том, что я что-то не договариваю, постоянно вру по поводу гонки, все ради хайпа. Сегодня мы пригласили Ахмеда, детектор лжи, что Ахмед будем проходить. Буду задавать провокационные вопросы, острые вопросы. И посмотрим, кто балабол, а кто нет. Вот эту аппаратуру обмануть можно вообще? Это самая современная, самая настоящая аппаратура, полиграф, детектор лжи современного поколения, которую обмануть невозможно. Невозможно. Ну все. Ты готов, Ахмед? Да. И что? Что там плохого? Ничего, ты взял пацана, снимал его. Ты что, его обманывал, да? Кто решил у тебя его забрать? Зачем это рассказывать? Я не хочу подставлять кого-то. Просто решили, ребята... Как понять подставить? Ты их никак не подставишь. Ты просто... Ребята просто забрали у меня его, да? Просто на нем делал бабки. Тебе просто я сказали, дал слышишь? Тебе просто сказали, слышишь, ты больше не будешь на нем делать деньги. И кто мне сказал? Ну вот его старший, я мне не знаю кто. Мне его старший никто ничего он не может лично, делать, понял? Он да, сам меня? Лично сказал. Слушай, его он старший лично... и ты мне ничего не могут делать, понял ты меня? Понял, не понял, вот так не у общайся у меня есть свои старшие, которые могут мне я что-то сказать. Дело не в этом, дело в том, что они ему же сказали. То, они что, ему сказали, но не мне сказали. Тебе тоже сказали, ты не будешь с ним сниматься больше. Кто сказал? Я не знаю, кто тебе сказал конкретно. Не, они не могут сказать, я тебе опять же повторяю. А почему тогда ты с ним сейчас не снимаешь ролик? Потому что они потому ему что сказали. Ты не можешь. Потому что ты не можешь. Они и тебе сказали, и ему сказали. Они отказались. Ты в 18 лет сидел в тюрьме за кражу. Ты откуда это знаешь? Ну, знаю я. Откуда? Ты 18 лет сидел в тюрьме за кражу. И ты мне еще говоришь о том, что я вру и что-то не договариваю? Подожди, смотри, ты вообще не знаешь, какая была ситуация и так далее, поэтому не ты надо... Ты мне ответь конкретно. Ты сидел в тюрьме 18 лет за кражу конкретно? Нет. Это ложь, 100%. Ну, проверьте. Можно перезадать вопрос? Да, можно. Сидел ли ты в тюрьме 18 лет за кражу? Нет. Вот я говорю тебе и твоим подписчикам, что я CLS чинить не буду, понял? Можно, да, вот это снимите, да, с меня, пожалуйста. Сейчас, подождите. Да, можно? Не спешите, все сниму. Смотри сюда. Ты думаешь, что ты вот это мышцы там сделал, химию сделал, вот это все, это тебе дает право. Не надо меня толкать. Руку бери. Толкать руку не надо меня, тебя, толкать да. Не надо меня, понял? Я тебя не толкал. Чего ты улыбаешься? Что ты хочешь сказать? Я тебе говорю, тебе вот эти мышцы или вот эта вот сила твоя дает право вот так вот себя вести. Что по кайфу то и делаю, да? Так не работает, так не получается. Пойдем за. Ты хочешь со мной подраться? Да, хочу. Я смотри. Отойди. Смотри, я не жданчиками бить, вот это все не собираюсь. Пойдем, отойдем. Успокойся. Вот так не надо. We'll be right back.